Хочу поздравить наших соперников с хорошей игрой, с победой. Я думаю, что счет закономерен, они лучше играли, больше владели мячом. Мы оборонялись слишком много, не веровали, это наша проблема. И проиграли, я скажу еще раз, закономерно, это счет. Ничего больше не могу сказать, потому что недостаточно атаковали. И хочу сказать тоже, что у нас в втором тайме было 2-3 возможности контратаковать левым флангом, который, но не закончили наши атаки, как должно быть. И наш Шипицин, который получил в первом тайме ушиб в спину, и он нужно было поменять. Но пенальти точно не были, это было, я спрашивал мои игроки, но это мы привыкли до этого судья, он в прошлом году нам с Рубином 2 пенальти поставил, второй, который 100% не бил, и сегодня точно 100% не бил пенальти. Но это ничего не поменялось, потому что уже счет был 1-0. Но мы атаковали чуть-чуть, но атаковали с 10 игроков и не создали, я бы сказал, ни то один 100% момент. Славлю, вот такой вопрос. Когда-нибудь в вашей тренерской карьере вы сталкивались с тем, что команду из города судят судьи из этого же города? Такое в какой-нибудь стране мира бывает? В России, да. Кстати, он не засчитал второй гол, который вам забили. Там офсайда не было. 100% не было офсайда. Да? Так что не было. Да? Да. И в первом тайме не был на игре Жуазиньо, когда вылезли 1-1 тоже. То забили. Но, что сказать, счет закономерен, они лучше были от нас, это я поздравляю соперника. Спасибо. Не заслужили. Спасибо, удачи вам.